Асфальт плавится, работа кипит. Сейчас ремонт улицы Каспарова находится в самом разгаре. В этом году ее отремонтируют капитально, сделают ровной и комфортной. Дорожникам предстоит обновить почти 1,5 километра асфальтового полотна и часть прилегающей территории. Ремонт улицы Каспарова от Маркова и до улицы Ефремова. Ремонт. Вдоль моста уже сделано, с левой стороны, если смотреть, с левой стороны ремонт уже выполнен. Там, если кто знает, проезда не было десятилетия. Там, где попадаются остановки, делается замена, ну, ремонт посадочных площадок. Новая будет там делаться посадочная площадка с установкой павильона. Дорогой на улице Каспарова пользуются не только жители садовых товариществ и ближайших домов. Она служит транзитом от улицы Ефремова до промзоны и совхоза «Восток». В ближайшем будущем одна из важных артерий Армавира сможет порадовать всех автомобилистов. С интенсивностью движения, это одна из таких магистральных въездов города Армавир, разрушение покрытия идет, транспорт с каждым годом все тяжелее и тяжелее, нагрузки идут. Ну и сейчас этим ремонтом, это на долгие годы будет закрыта тема. Будет дорога ровная, с решением какой-то местного водоотвода на рельеф воду скинем. Сейчас месяц немножко неудобств, конечно, это примерно около месяца займет работы. Ну, а через месяц все это почувствуют. На данный момент рабочие трудятся на пересечении улиц Каспарова и Новороссийской. Работы выполняет субподрядная организация ПК «Асфальт», которая занимается строительством дорог уже более 15 лет. Бригада проводит полный цикл. Первым делом ведется ямочный ремонт, вырезаются ямы, заделываются, чтобы они не проявились потом. Следом идет выравнивающий слой, чтобы просадки опять не появились после покрытия. После этого становимся на основное покрытие, уже зачищаем все, проливаем, ну, стелим. На капитальный ремонт проезжей части от улицы Маркова до Ефремова администрация Армавира потратила около 20 миллионов рублей. В этом году в городе планируют отремонтировать более 4,5 километров дорог. В частности, улицу Воровского от Матвеева до Ефремова и улицу Дзержинского от улицы Луначарского до Советской Армии. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала РНТВ «Армавир».